Идя на планею. А что случилось такое у вас? Давай, машина гоняется какая-то. Какая машина? Ну вот легковая, только что вот. Позвольте, в соответствии с пунктом 2.4 правил дорожного движения Российской Федерации удостоверение служебное в развернутом виде. Пожалуйста. Летите так прям быстро. Ну, так вас догоняли, потому что машина вам моргает, вы не останавливаетесь. Мы думаем, что-то случилось. Старший лейтенант полиции Панеев Андрей Сергеевич, старший инспектор ДПС ГИБДД, 16 июня 2028 года. Андрей Сергеевич, очень приятно. Меня зовут Татошвили Денис Геннадьевич. Очень приятно. Мы как будем сейчас общаться в рамках чего? Нет, я просто интересует вопрос, что случилось у вас, вот, непонятные гонки, развороты такие, вот это движение такое. То есть я правильно понимаю, имеет место нарушение правил дорожного движения? Нет, правил нарушения не было никаких. Просто что... Привлекли внимание то, что вот это развороты, и сзади машина гналась, она моргала. Вот мы думали, что нужна какая-то помощь. Ну, если бы нужна была помощь, мы бы позвонили по 112 или по 02. Я понял. А сейчас вот вы пресекли наше право на передвижение, закрепленное в Конституции Российской Федерации, вот, в статье 27. Мы не можем ехать, и не понимаю, хотя в силу закона о полиции, статьи 9, ваши действия должны быть понятны и ясны граждан. Вот мне сейчас непонятно. Вот сейчас какая-то процедура. Нет, если не процедура, просто я выездался, то, что у вас все в порядке? У нас все в порядке, да. Ну, что-то не смею вас больше задерживать и жить. Просто с вашей стороны нарушений не было, просто что я думаю, нужна какая-то помощь. Да. Большое спасибо за заботу. Всего доброго, до свидания. А то, что места не поменялись. Все, да.